Но зародилось все в СИЗО. Меня заставили, угрожали розовой резиновой дубинкой. Я признался, а на самом деле я педофил. С виду чистый пидор. Таким образом, что мне хотелось снять мальчика, просто пришел его и подманил кроссовками, чтобы тот не сорвался. Но это смешно. Вообще ничего люди не боятся. Таким образом, началась эта тема. Вот. Ну, естественно, из института уволился, устроился в ПТУ преподавать историю. 1 сентября уже сняли детские трусы. Это очень весело. Милиция что-то хочет, чтобы я дал. Не люблю милицию, не хочу давать. Люблю узбека из Таджикистана. Ой, ой. Намного хуже, если просто снять ребенок, там, 13 лет, 12 лет, все, приехали, взяли, еще, потому что об этом все узнают. Еще для него хуже, если сломать пару ребер, там, челюсть, ну, все что угодно. Я хочу с родителями. То есть, чтобы мама, папа, и основной упор будет идти на два направления. Мама, она проститутка, оказалось, что ей 13, папа, он уже педофил. Менты детскую попу показали, все рассматривалось. У нас в стране сидит каждый пятый невиновный педофил, и все.